Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. И мы играем в Uncharted 3, Иллюзии Дрейка. Глава называется... Если хотите пройти путем Фрэнсиса Дрейка, нам в старый квартал. Историческое исследование. Ну, все относительно. Этому городу не меньше 3000 лет. Ладно, веди. Видите вон там башню на утесе? Там начинается старый город. Нам надо туда. Надо, значит, пойдем. Мы находимся в Йемене. Будем исследовать. Салам. Лена здесь уже все знает, она как своя. Так, тут. Нам сюда. Давай, давай, пошли. Теперь прошу вести себя прилично. Да, мэм. Да, мы я под видом шучу. Репортеров. Тут повсюду патрули. Мы не должны привлекать к себе внимание. Мухи. Слушаюсь. Срежем путь через рынок. Жара, короче говоря, ну вот попали в такую страну. No entry, не входить. Так, похоже, дорогу перекрыли. Пойду поговорю. Вы стойте здесь. Эй. Самахуни. Колечко-то носит. Элнесто Ти Хаду Кун Мин Хуна. Говорит, в этой стране очень помогает. Что это значит? Я откуда знаю. Ну? Ну, плохо дело. Никого не пропускают. Свернем вот здесь. Я знаю обходной путь. Давай, знаешь, пошли. Обходной путь — это наш конек. Мы постоянно лазим где непонятно. Обходим все места. Заколебали мухи, Дрейк уже отмахивается и отмахивается. Черт, тут заперто. Ну, заперто мы по замку можем пальнуть обычно. Ну-ка, открой. Шукран. Спасибо. Вот так Лена умеет договариваться. Хорошо, что ты с нами. Это уж точно. Какой-то блошиный рынок. Куда идем? Там еще стоят. Опять полиция. Похоже, тут мы тоже не пройдем. Надо в обход, вон лестницу вижу, смотри. Обходной путь. Полезли наверх. Эй, тут лестница. Должен быть другой путь. Ребята, пошли, надо... за мной. Надо сантехника вызвать, что-то здесь утечка. Конкретно уже бежит. Давайте, ребята, за мной, где вы там все? Лена, Салли. Лена, Салли, Лена. Вы как там? Да, скоро будем. Нам лучше отсюда уйти. Да ладно, мы просто путь срезаем. Вот именно. И все хорошо. Только не сломай ничего. Че он за стенку все держится? Ага, ну вот. Куда? А, вот еще лестница. Пошли еще выше. Вон и башня, вон та. И как нам туда попасть? Вот, смотрите. Этим зданием уже при Фрэнсисе Дрейке было 100 лет. Точно. Умница. Эй, Нейт. А? Толбот. Кто? У него блокнот Каттера. Что? А что он в смысле, тут делает? Чарли Каттера? Нет времени. Салли все объяснит. Эй, погоди-ка. Ждите внизу. Надо за ним как-то двигать. Оп.
Сейчас мы с ним разберемся. Стоп. Он уходит. Не, ну далеко не уйдет. Быстрее, быстрее, пошли. Ползем вниз. И по трубе спускаемся. Так, он в дверь зашел. Мы благополучно тоже зашли, потому что он не закрыл дверь за собой. Наверное, тут так принято. Ай! Никак не успокоишься, а? Иди сюда. Что делаешь? Так, надо вставать, вставать. Давай, Дрейк, вставай. Еще не конец. Взять его. Он что, блокнот у него ухватил, что ли, да? Привет. Это еще не конец, ребята. Понял? Взять его они собрались. Еще прыгает. Так, тихо. Минус один. Минус второй. Чем-то я его ударил там. Ну-ка, отвали. По-мужски разбираться будем, понял? Еще кто? Эй, ты чё сзади-то? Своему чуть не втащил. Тихо, уворачиваемся. Ай-яй-яй, какой он здоровый. Лети в помидоры куда-нибудь. Бамс. Да хорош. Отпусти. Я по нему попал в этот раз, хорошо. Опять он меня схватил, ну-ка. Да этот уже заколебал тоже. Отдыхай. И большой тоже упал. Все, кто еще? Бежим. А, еще один. Да ж сколько же вас тут много, а? Кто? Хлоя? Кто кричал? Да хорош. Как мне с ними разобраться-то? Что-то они не кончаются. Следующий. Еще кто? Может мне выйти где-то, потому что она что-то кричит. Нейт, Нейт. Издевай, Нейт. Так, все, вон сюда. Туда. Салли уже здесь. Скорее. Сюда. Вот это я разобрался. Человек 10 положил точно. Сюда. Скорее. Даже больше, наверное. Надо уходить отсюда. Конечно, побежали. Ковер прихвати с собой какой-нибудь. Пригодится. Эй, сюда. Любят они ковры в этой стране. Может, объясните, в чем дело? Кто эти люди и как в этом оказался замешан Чарли? Он работал вместе с нами. Работал? Он что, погиб? Нет, нет. Он и Хлоя. И Хлоя тоже? Да, но оба выбыли. Чарли сломал ногу. Сломал ногу? Повезло, что не шею. Летел с такой высоты. Он поправится. Выбор был прыгнуть или сгореть. Я его понимаю. Помолчи, а? Ладно, скажи хотя бы, что вы тут ищете? Это. Мы уже нашли. Иди сюда. Иди Сали, сюда, посмотри. У нас здесь. Подсказка была. Вроде никого. Что тут у нас? Мы наткнулись прямо на тайный ход. Это тайный ход, ребята. Умница, девочка. Так, нужно кое-какое оборудование. Тогда обратись к торговцу коврами. Я про пушки, оружие. Он не только коврами торгует. Все тогда ясно, идем к нему. Торговец коврами. Эй, ты там поосторожней. Ладно. Нейт, почему нельзя было сразу сказать на чистоту? Этих людей интересует не история, и вас тоже. Все из-за этой Марлоу, да? Да. Но вот, посмотри. Я все же нашел его. Как я и говорил, диск привел нас сюда, а потом вот сюда. Вот к этой дыре. Это же так интересно.
Но признай, тебе это нравится не меньше, чем мне. Нет. Теперь уже нет. Серьезно? Ха. Ну что ж, тогда ты можешь просто уйти. Ха, я? Мне уйти? Кто? А, Салли уже сходил на рынок. Дробовики? А что такое? А, было всего два. Облом. Здорово. Мне что, самому добывать? Ладно, помогите открыть. Давай. Готовы? Добывать самому. Ладно, пофиг. Найдем. Да, здорово. Чего? Ну, все как всегда. Полезли? Ребята, тайный ход куда? А что там? Скоро узнаем. Это не ответ. Что наверху, то и внизу. А ты чего ожидала? А что там, мы узнаем в следующей серии, ребята. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал. И поставьте обязательно колокольчик, нажмите, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи, всем пока.